Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна FM». Здравствуйте, друзья! Привет всем, кто смотрит и слушает первый и единственный в России телеканал «Синхронное вещание» в FM-диапазоне. Телерадиоканал «Страна FM». Это программа «Лучшая в стране». Меня зовут Александра Хайрулина. Я хочу вас сразу предупредить, что в этом часе нас ждет с вами замечательный музыкальный подарок. Эксклюзивная премьера. Абсолютно новый трек и новый клип. Чей? Смотрите, у нас в гостях Катя Кокорина сегодня. Привет! Бурноваться. Катюша, привет! Привет, Сашуль! Привет, «Страна FM». Очень рада снова быть вас. Спасибо тебе большое за то, что премьера именно в нашем эфире сегодня состоится. Эксклюзив. В интернете несколько часов назад клип появился и уже там набирает количество просмотров, но в нашем эфире клип появится впервые, друзья, поэтому если вы еще в интернет у вас не было возможности заглянуть, вы должны дождаться появления клипа в эфире. Ну что, я тебя поздравляю. Спасибо большое. Замечательная работа, потому что я уже одним глазком подсмотрела, но сейчас внимательно будем смотреть вместе с тобой. Катюша, дорогая, вопрос у меня к тебе следующий. Почему песня «Долго», почему песня снова про любовь, а в преддверии чемпионата мира по футболу, например, не на какую-нибудь спортивную тематику? Ну, знаешь, у нас как бы с футболом не все так гладко, поэтому «Долго-долго-долго» тоже можно к этому... В общем, за уши притянуть при желании можно. Да, если честно, можно и «Красную шапочку» там же вспомнить. Вот. Ну, на самом деле, песня про любовь, потому что все вокруг нас — это любовь, весь мир — это любовь, мужчина-женщина — это любовь, дети и взрослые — это любовь, и вся эта планета держится только на всеобщей любви. И здесь, конечно, у всех вопрос, а где же твоя любовь, где Доминик Джокер? Моя любовь, я думаю, сейчас включила радио или телевизор и смотрит, наблюдает за нами, потому что сегодня у него как раз вот такой день, когда он работает на студии. Катюш, были времена, когда он тебя не отпускал вообще ни на шаг никуда, прям за ручку везде. Сейчас я смотрю, как-то уже вот доверяет, поспокойнее отпускает. Или только в проверенные места. Ну, в общем, нам доверяет Доминик, другими словами я хочу сказать. Ну, конечно, он за меня очень сильно переживал, так как я такая юна. Ну, на самом деле, просто пришла пора уже самостоятельных каких-то действий, поступков, и мы в конце концов, клип-то твой сольный, конечно, песня мы это сольная. Все-таки обговаривали с ним, долго это все обсуждали и решили, что я уже пойду одна. Ну, рассказывать и отчитываться за проделанную работу. Давай мы тогда, конечно, начнем уже подробно рассказывать. Песня, как она у тебя появилась, были ли сомнения, терзания, метания? Песню нам прислал замечательный автор Николай Швец. Он вместе со своим товарищем Андреем Максимовым написали демо-версию данной композиции. Мы с Домиником послушали, нам очень понравилось и, собственно говоря, начали дорабатывать. Предыдущая песня, вот как раз клип у нас только что был в эфире, да. «Сердце на части», это девочка писала, да? Да, да, а это моя уже подруга. Здесь уже мужская, да, работа, да. При этом женскую песню они написали. Да, вот такие вот молодцы, могут и от мужчин, и от женщин действовать. Я знаю, что вы это с Домиником приложили руку к этой конечно, песне. Конечно, конечно. Нам очень понравился припев, а практически все остальное мы доработали самостоятельно. Ну, то есть у вас, вот, получается, четыре автора у этой, да, песни. Да, четыре автора. Я, Доминик, Коля и еще Андрей. Два парня, да, хороших, как хороших, прекрасных молодых человека. Ну и, в общем, как-то все понеслось. Вы очень быстро записали, да, песню. Да, довольно-таки быстро родились слова. Дальше наши ребята уже сделали аранжировку. Все очень быстро, гармонично, и как-то так все понеслось. Очень такая достойная работа, как нам кажется. Ну, очень хорошая работа. Я знаю, что она тебе особо дорога, потому что ты даже вот смотрела этот в начале часа лирический клип, но здесь я такая страдаю. Ну все, а теперь хватит. А теперь такая вся. Да, теперь. На радостный. Весна, вот впереди лето, да, все понятно. Хочется, конечно, движений. И связано ли это тоже и с твоим внутренним каким-то мироощущением? Безусловно. Знаешь, Саш, как бы лирический трек, это, конечно, хорошо, да? Но хочется немного... Плакать, пострадать. Да, ну а мы особенно любим, да, русский народ любит страдать, как герои Достоевского и так далее. Я решила, что пора танцевать. Пора все-таки переходить на танцевальную волну. Мы как-то так, у нас собралось достаточно большое количество материала танцевальной музыки, и мы решили уже дорабатывать все в танцевалке. Ну, конечно, это ваше. Вы же вообще такие живчики, да, с Домиником. Да. Как и наш кот, его так и зовут, Живчик. Живчик. Друзья, мы прерываем совсем ненадолго. Это музыкальная пауза, не сказать, что активная танцевальная, но вот настоящий танцевальный трек будет от Кати Кокориной и новый абсолютно клип, поэтому оставайтесь с нами. Друзья, Катя Кокорина у нас сегодня
сегодня в гостях. Впереди нас ожидает премьера трека и клипа «Долго». Наберитесь, пожалуйста, терпения, а с Катюшей продолжаем общаться. Давай. Катя, с песней все ясно, как появилась, как сочинилась, но теперь давай перейдем к клипу. Уже известно, что особого сценария там не нужно искать, да и зачем заморачиваться, когда красивая девушка может просто красиво танцевать, возлегать, не знаю, стоять. Я же говорю, нужно было надеть полотенце и лечь на стол, показать, с чем ассоциировалась вот эта данная первый эпизод песни. Да. Ну, скажи мне, пожалуйста, это была твоя такая задумка принципиальная или просто это была такая лень режиссерская? На самом деле мы очень долго думали, чтобы нам показать, как нам все сделать, может быть, написать сценарий, а мы с Домиником любители всяких сценарных таких историй. Ну, то есть, да? Режиссерское образование. Да, все-таки. Поэтому как-то хотели все-таки что-то сделать такое. Но, связавшись с режиссером, который, в конце концов, и сделал нам этот клип, Илья Арбурашев, замечательный молодой человек, он нам предложил действительно вот эту вот концепцию танцевально-красивого вот такого вот клипа, где мы очень много играли световыми какими-то приборами и цветом также. Свет и цвет, прошу, не путать. Да. Вот, и... Мы согласились, нам понравилось. Он нам прислал какие-то варианты из других клипов. Мы посмотрели. Да, да, прикольно, хорошо. Понравилось. Так и сошлись. Очень много разных образов. Ну, в общем, я согласна, что в данном случае по сценарию можно было не заморачиваться. Скажи мне, пожалуйста, буквально за некоторое время до выхода клипа есть у тебя такие видео, небольшие фотографии из спортзала, в том числе и на полотнах, хэштег «Моя попа» и все такое. Скажи, пожалуйста, это был специальный поход за неделю, чтобы подготовиться к клипу, или это все-таки такой же образ твоей жизни? Ни в коем случае. Я хожу в спортзал, занимаюсь 3 раза в неделю. Стандарт, также посещаю массаж. Все-таки уже скоро лето, нужно готовиться, и хочется показаться на пляже в полном расцвете сил и красоте. Вот. Очень люблю. Три раза в неделю, днем, утром какие-то, может быть, зарядки или нет? Достаточно трех этих разов? Ну, стараюсь, конечно, днем у нас дома дорожка, стараюсь теми днями, когда не хожу в зал, встать на дорожку, хотя бы побегать, там, потянуть ноги и так далее. Халахуп у вас еще есть дома, где-то я видела в интернете. Да. Он, кстати, он просто стоит. А, он все-таки стоит. Вот он просто стоит, да. Поддерживает, так сказать, вот диван, вот спинку дивана. И для гостей, я думаю, которые приходят, чтобы не скучали, да, иногда да, можно да. На пока покрути, я пока здесь что-нибудь поготовлю. Да, но на самом деле у нас есть еще степпер, я еще на степпере иногда занимаюсь, а так тренер иногда еще ко мне домой приезжает. Подожди, с полотнами с этими? Нет, без полотен. Мы занимаемся не всегда полотнами, у нас есть еще другие направления фитнеса, вот поэтому... А тебе комфортнее где заниматься, все-таки дома или в спортклубе? Мне все равно, на самом деле, я очень люблю вот такую напряженную работу и стараюсь расслабиться везде, и в зале, и дома, и максимально выложиться по полной. Хорошо, что касается хореографии, в клипе она же там присутствует. Да, она присутствует. Да, здесь. Чья постановка, скажи, пожалуйста? Рафаэль, мальчик, который танцевал у нас, один из них, вот он как раз был хореографом. У них своя команда, у них там еще много других мальчиков, они делают всякие акробатические штуки, очень прикольно, но мы как-то вот акробатику не вставили. Ну, боже мой, в следующем клипе я думаю, что можно, в следующем клипе, да, уже будем подстраиваться под пинг, под ее вот эти вот все как раз с полотнами истории. Да, да, да. Да, думаю, все соединим. Я даже уже начала представлять. Вот что значит режиссер, друзья, да. Ну, скажи мне, пожалуйста, Доминик-то присутствовал на съемках? Конечно, конечно, безусловно. Мы снимали... Говорил, Катя, прекрати, ну-ка, прикрой плечо. Нет, плечо прикрой, так, давай, то без этого. Нет, наоборот, давай, оголись побольше. Вот так уже, видишь, как меняются взаимоотношения. Да, ну, мы старались подбирать такие образы, чтобы были все-таки... Эстетичная красота, не пошло, так, чтобы было все красиво, аккуратно и женственно. Кать, кстати, вот сейчас подумала, а ты бы согласилась, если к тебе обратился какой-нибудь журнал, например, скажем, Максим, для обложки? Я, знаешь, об этом думала, пока не знаю, не могу пока сказать, наверное, пока что на это еще не готова. А кот, Доминик, что? Он, конечно, готов сфоткаться на обложку журнала Максим. Нет, подожди, он разрешит ли он тебе? Я шучу. Я думаю, что да, разрешит, потому что он говорит, что личная жизнь и работа, творчество, она как-то не имеет
не имеет отношения друг к другу. Хотя, я сейчас думаю, что, знаешь, Саш, он кривит душой. Это 100%. Я вот сейчас тоже смотрю на тебя и думаю, да, что, конечно, у меня нет повода тебе не верить. И, конечно, говорю, что Доминик бы разрешил, но вот что-то мне подсказывает, что, возможно, все-таки разговоров много бы у вас состоялось. Может быть, разрешил, но потом бы ходил и скупал все эти журналы, чтобы никто их не увидел. Сколько вы уже вместе? 4 года. Да. А, ну, это хороший такой достаточно большой срок. Да. И, ну, скажи, пожалуйста, наверняка же уже изменения какие-то налицо. Отношения. Конечно. Мы уже более доверяем друг другу. То есть отношения уже переступили те начальные периоды, когда ты на нее посмотрел, ты с ним разговаривала и так далее. Сейчас уже мы более спокойные, ну, на людях. Ну да, потому что, наверное, дома вы так и остаетесь итальянской семьей. Итальянская пара, да. У нас это присутствует. Но, слава богу, у нас большая квартира, мы можем разойтись по разным комнатам, немного прийти в себя, выпить новопосит или еще какие-нибудь другие препараты. Ну, покрутить обруч, опять-таки. Покрутить обруч, да, потянуть резинки. Вот, и встретиться, и уже обниматься, целоваться спокойно, со спокойной душой. Скажи, по-прежнему ли он тебя удивляет? Есть ли такие моменты? Или уже, знаешь, просто вот как открыть книгу? Он меня удивляет постоянно. Постоянно. Он может просто утром уехать куда-то, сказать, что он спускается за молоком, а приехать вот с такими огромными тюльпанами, медведями там всякими. Я очень люблю, кстати, плюшевые игрушки, особенно медведи. Да, у меня целая коллекция. Ты знаешь, кстати, сколько их штук? Ты какую-то ревизию проводишь периодически? Уже, по-моему, где-то 27. Ты переставляешь их, перебираешь. Да, да. И у них есть имена. Я их все знаю. Ты серьезно сейчас? Да. Не шутишь? Нет. Ну, хотя бы несколько можно взять просто примерно, в какой нации там были? А нормальные русские парни. Валера, Борис, все хорошо. Жиканя. Потому что живу же я с Домиником, хотя бы медведи должны быть. Да, типа Иван там, ну, что-то такое, да. Катюш, ну, наверняка, значит, уже и поклонники дарят тебе медведи, знают свою такую страсть и любовь к этим девушкам. Пока что никто не дарил, кстати. А вот надо заявить об этом. Хватит цветов. Да, цветы подарит любимый мужчина. А вот медведей много не бывает, я так понимаю. Я согласна, да, согласна. Ну, слушай, придет же такой момент, что просто не останется места в комнате. Ты как-то подумаешь, придется покупать будет другую комнату отдельную выделять. Я уже думаю о том, что нужно сделать полочки отдельные, где они будут. У нас так они есть, но они уже начинают заполняться. Надо просто будет прибить еще парочку. Друзья, оставайтесь, пожалуйста, поблизости. У нас опять небольшой перерыв. Мы очень скоро вернемся. Впереди нас с вами ожидает премьера трека и клипа Кати Кокориной «Долго». А, кстати, сейчас вы тоже Катю Кокорину увидите вместе с Домиником Джокером. Композиция «Знаешь». Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Друзья, программа продолжается, но мы вот с вами практически уже подобрались к тому моменту, когда в нашем эфире появится новая песня и новый клип Кати Кокориной «Долго». Наконец-то. Дожидайтесь, пожалуйста. Да, долго. Кстати, сколько времени прошло у тебя с момента выхода предыдущего клипа? Примерно, не помнишь? Думаю, полгода точно? Полгода, да. Да, где-то так. Ну, мы выпускали потом ремикс этой песни «Сердце на части», а потом уже решили «Долго». Сдолго работать. А знаю, что ты пишешь, работаешь над новым альбомом, то есть над сольным своим первым альбомом. Скажи, пожалуйста, на каком этапе сейчас эта работа? Ну, половину мы уже записали, но знаешь, как бывает, песни все пишутся, присылаются, ты что-то выбираешь еще, и уже думаешь, так, может быть, это немножко придержать эту песню, эту вставить, но я думаю, что к концу лета что-то уже будет определенное. Определенное в смысле выхода альбома? Да. То есть он уже может выйти даже? Может быть. Все может быть. Ждите, пожалуйста. Катюш, ну сегодняшний день, ну скажи только, пожалуйста, честно. Так. Все-таки последнее слово, ну хотя бы в творчестве, в семье, я полагаю, что да, в паре за тобой, а в творчестве за тобой последнее слово? Или ты можешь все-таки иногда закусить губы и сказать, ну хорошо, Доминику, что пусть ладно, здесь я с тобой соглашусь. Ты знаешь, у нас абсолютно...
равноправие в творчестве. Мы имеем право высказать друг другу свое мнение. Если мне что-то не нравится, или если что-то не нравится Доминику, естественно, да, он может тоже высказать свое мнение. Если мы работаем на студии, я стою за микрофоном, и Доминик мне делает какое-то замечание, я не буду кукситься и говорить: ну нет, я не хочу. Я, естественно, да, знаешь, ты сам не умеешь петь. Я выслушаю и приму эту критику. Мы абсолютно адекватно относимся к критике друг друга и стараемся, если это касается там написания текста, стараемся поработать вместе, как-то совместить нашу работу. А удается ли тебе уже влиять на его творчество? Ну, скажешь, нет, эту песню конечно, ты петь не будешь. Конечно, безусловно. Я считаю, что она неудачная. Или мы стараемся отбирать материал также вместе, прослушиваем все треки, которые нам присылают. Также, кстати, у Доминика тоже вышла песня. Да, да. Называется «Между нами химия». Очень да. ждем. Мы тоже писали вместе слова и работали вместе на студии. Так что мы, знаешь, как-то стараемся все это вместе делать. И жить вместе, и работать вместе, и ездить вместе. Это здорово. В общем, практически 24 часа да. в сутки вместе. Ну, и судя по твоему блеску в глазах, это не напрягает, а только наоборот радует. Но это же любовь. Это отличный пример, друзья, да, для многих из нас с вами. Катенька, ну что, пора? Я думаю, что хватит уже томить. Давай. Наших зрителей, слушателей. Давай, дорогие друзья. Абсолютно эксклюзивная премьера. Клип и песня «Долго». Кать, пожалуйста, объяви достойно, может быть, как-то подготовь зрителей, к чему готовиться, как настроиться. Ну, я просто скажу. Смотрим, наслаждаемся, кайфуем. Долго тянутся дни нитями паутин. Если мне тебя в них, если ты где-то один. Тонкими мыслями связаны мы с тобой. И независимо стали одной главой. И слова не нужны никому, пусть лежат они в холоде тихих стен.
Катя Кокорина. Долго. Премьера трека и клипа на телерадиоканале «Страна ФМ». Вот оно и случилось. Поздравляем. Спасибо большое. Я хочу пожелать успеха этому клипу. Пусть он обязательно крутится во всех домах, во всех телевизорах, во всех, я не знаю, что в приложениях. Ну и, конечно, пусть трек обязательно будет закачан тоже в плейлист весенний-летний. Шикарный. Спасибо большое. Скажу тебе искренне и честно. Я так рада. Ну, это тоже очень хорошо. Скажи, Катюш, пожалуйста, что касается следующей работы, наверняка ты уже тоже подумываешь о ней. Значит ли это, что где-то через полгода мы ожидаем лирическую композицию? Нет, это будет танцевалка. Да, нет, у нас есть уже записанные лирические композиции, но мы решили их немножечко подпридержать. Вот как я говорила до этого. Я так поняла, что все-таки раз сейчас вышла песня у Доминика, значит, последует сейчас клип у Доминика, а потом у тебя. То есть уже, мы стараемся, шажками вот такими. Детские шажки. Катюша, что касается твоего плейлиста, скажи, что там сегодня и кто там сегодня? Ну, Доминик, понятно. Сама любимая, понятно. Ну и все, хватит. Ну, Джастин Тимберлейк, Биби Рекса, Бруно Марс. Быстро ответила, практически не раздумывая. Да. Расскажи, как обстоят дела сейчас со школой вашей. Замечательно. Доминик Скул. Джокер Скул. Да, арт-студия Джокер Скул. Мы пока что базируемся в Одинцово, но собираемся все-таки с следующего года открываться еще в Москве. То есть это уже будет филиал или переезд? Филиал. Шикарно. Да, потому что есть уже детки, которые хотят заниматься, уже набранные детки. С сентября месяца, надеюсь, если все получится, дай бог, мы откроемся. Ну, это не какой-то продюсерский центр, это же исключительная история такого воспитания, развития, да, с 3 до 15 лет, это по-моему. Не продюсерский центр, но мы стараемся воспитывать детей как артистов. То есть мы выпускаем конкретный продукт, да, мы не поем каверы какие-то, мы поем только авторский материал. Вот у нас детки выходят на концерты, на показы мод, различные мероприятия, медийные даже. И, ну, развиваемся, как-то стараемся, чтобы все равно их артистическая жилка дала о себе знать. И родители там многие уже хотят, чтобы дети дальше занимались музыкой, куда-то ведут музыкальные школы, и это очень хорошо. Тебе удается там часто бывать? Вот в последнее время нет, потому что сейчас такая активность уже и с этой песней, и с клипом, со съемкой, со всеми. У нас сейчас там работает хореографом Полина Корец, сестра Доминика, поэтому там все под чутким руководством. Да, и нет ни у кого никакого расслабления. Катюш, раз про сестру заговорили, я хочу, чтобы мы рассказали про твою сестренку, которую ты буквально накануне проводила в Барнаул, но решила пойти по твоим стопам? Конечно. Мы с самого детства, она тоже поет. У нас разница 11 лет, ее тоже зовут Полина, у нас как-то так вот получилось. Сейчас у дома сестра Полина, у меня сестра Полина, и когда они вместе, мы находимся все в одной квартире, главное не перепутать. А Полина К и Полина К, инициалы. Да, это кстати, очень смешно. Да. Сейчас она заканчивает в Барнауле музыкальный колледж, и я надеюсь, что вот на следующий год поступит в Гнесинку. Ну, скажи, Катюш, понимает же наверняка она прекрасно, да, что это не очень простой путь, и пыталась ли ты отговорить Полину и сказать, ох, девочка моя, не знаешь, куда идешь? Ни в коем случае, нет. Это, наверное, у вас в характере заложено, да? Бойцовские какие-то качества, уверенность в себе. Да, ребенок хочет, ребенка все получается, я считаю, что это нужно поддерживать и ни в коем случае не говорить, нет, иди работай врачом. Вы похожи внешне или она совершенно другая? Ну, раньше были похожи, кто-то говорит, что похожи, кто-то говорит, что не похоже. Не знаю. Ну, а ей направление музыки какое ближе? Ну, она сейчас по джазу убивается. Убивается? Да. По джазу. Ну, это пройдет. Я тоже так уверена. Думаю. Да, она вот поживет с вами, пообщается, приедет. Мы тоже когда-то по джазу убивались. Все проходит. Друзья, у нас короткая музыкальная пауза. Оставайтесь с нами, после чего продолжим общаться с Катей Кокориной. Друзья, я знаю, что вы нас не оставили, потому что это телерадиоканал «Страна ФМ». Это программа «Лучшая в стране». Катя Кокорина у нас сегодня в гостях. Посмотрели новый клип Кати чуть ранее. Клип теперь обязательно будет у нас в эфире. А вы, смотри, не обмани.
Ну что ты, Катюш, а вы обязательно заказывайте его в программе по заявкам, дарите себе любимым, своим родным, близким, знакомым. Поводов у нас, слава богу, достаточно. Это точно. И праздников, и просто хорошее настроение, и пятница, и так далее, и тому подобное. Кать, я думаю, что ты, в общем, тоже уже привыкла отвечать на этот вопрос. Уже 4 года, как, скорее всего, отвечаешь, да? Когда же мы увидим свадьбу вашу? Так, алло, Доминик, тут есть пару вопросов. Нет, то есть все-таки, ты хочешь сказать, что все зависит от Доминика? Нет, ну как бы все то, что зависело... Мы просто не считаем, что паспорт — это главная составляющая любви. Поэтому как-то не торопимся. Я не знаю. Ну, она обязательно будет. Она обязательно будет, это точно. Потому что все-таки. Совершенно верно. Зря, что ли, это все было. Ну, просто мы сейчас настроены, понимаешь, на творчество. Выпускать песни, писать альбомы, снимать клипы. Надо же всему уделить внимание. Как-то всему есть свое время. Но я думаю, что это немаловажная часть нашей жизни все-таки, свадьба. Поэтому я надеюсь, что это вскоре времени уже свершится. Как-то да, клип — это песни хорошо, но мне кажется, это событие тоже надо отметить, потому что уже 4 года, а там не заметишь, оглянуться уже и все 10 пролетели. Так, ничего не говори, да, я так подумала. Доминик, прости, если сегодня тебе предстоит серьезный разговор. Да, то, в общем, нет. Так что, конечно, мы рады, просто можете жить. Не тужить, да. Творчество, это мы все понимаем. Но родные и близкие же наверняка спрашивают, Катя, вот когда, вот пополнение, там какие-то там детки и так далее. Нет, ну спрашивают, конечно, но мы... Наш ответ таков. Короткий, отшучиваемся. Наш ответ таков. Но не то, что отшучиваемся. Сейчас нужно действительно создать такой уже творческий тандем серьезный, и дальше уже заниматься семьей. Катюш, были у тебя опыты участия в проектах телевизионных? О, Господи, да, спасибо Бог, да, было. То есть ты уже ответила на мой вопрос, да. Я хотела спросить. Больше я не пойду. Почему? Очень интересно. Это, конечно, безумная школа жизни в том плане, что, например, на битве хоров за тобой стоит 20 человек еще, и тебя поддерживают ребята, вы все вместе, вы друг друга опора, а здесь на голосе было иначе, ты один, никому нет дела никакого до тебя. В общем-то, да. Вот. И ты можешь надеяться только на поддержку зрительного зала, который там сидит, да, на поддержку своих родных, которые пришли тебя поддержать масло масляное. Да. Но мне кажется, я уже перешла на другую ступеньку, но у меня уже есть творческий подъем другой, поэтому я больше в проекты не хочу идти. Никакие. Ну, это что касается творчески, а если, я не знаю, это какой-нибудь проект «Цирк очередной» под куполом висеть, или, может быть, отправиться на какой-то остров, или встать на коньки, ну... Не знаю, может быть. Но этому нужно уделять, конечно, очень много времени. Я думаю, что да. И творчество немножко отложить в сторону. Да. Катюш. Но, скорее всего, пока что творчество на первом месте. Поэтому проекты. Отказ. Это опасно и травматично. В общем, да, режиссеры пока не беспокойте. Но если только там что-то будет очень интересно. Да. Если кто-то захочет снять нашу свадьбу... Предложения в этом случае принимаются. Кать, ну впереди лето. Да. Весна еще какая-никакая идет. Мы его очень ждем. По какой причине? Загорать, на пляж. Я понимаю, формы ты занималась. Хочется на самом деле немножечко отвлечься вот от этой серых будней, потому что сама видела, да, какая у нас была зима. Когда я приезжаю на Алтай, у нас все-таки такая более стабильная погода в плане того, что у нас рядом и горы, да, и леса, и более свежий воздух, и как-то и небо голубое, и радостно всегда. Вот. А здесь все-таки вот это вот немножко давит, угнетает. И мы уже не маленькие дети, уже, знаете, там, метеозависимость и так далее. Вот, очень хочется лета и хорошего лета, чтобы насладиться солнечным теплом, чтобы как-то привести в порядок уже голову и мысли. Катик, я тебе желаю. И всем нам желаю, друзья, чтобы лето пришло обязательно, не обмануло нас, было обязательно очень-очень хорошим. Спасибо тебе большое. Пусть оно будет долгим. И твой творческий путь тоже будет очень-очень долгим. Спасибо тебе еще раз. Мы тебя искренне поздравляем с новым клипом. Спасибо большое. Ждем твоих новых работ, больше концертов желаем. Нику большой привет. Передам ждем его с новым клипом и вас вместе у нас с концертом. Спасибо. Спасибо, дорогая. Спасибо, Страна FM. Спасибо, что посмотрели меня, послушали. Я вас люблю. Прощаемся ненадолго, я уверена. Да? Спасибо. Лучшее в стране.